Здравствуйте, друзья, зрители и подписчики моего канала. Сегодня готовлю самый простой, но вкусный рецепт с капустой, с рисом и мясом. Хотела вам показать, как я смешиваю и что я смешиваю, но не получилось, так как заиграл мужин телефон, он забыл дома, я его не видела. Ну и там мелодия была. Пришлось отключиться, ничего не сохранилось. Но я хочу все равно показать вам, как я готовлю салат этот. Здесь у меня капуста, луковица, морковь и рис. Я все посолила, поперчила. Рис у меня здесь 300 грамм. Капусты 500 грамм. Одна морковь и одна головка лука, перец и соль. Все перекладываем вот в лоточек. Рис тарахтит. Так, теперь беру, заливаю. Можно залить соком. У меня вот сок 400 миллилитров. Можно сделать томатную пасту, взять 3 ложки и залить водой 400 миллиграмм. Соус можно взять, тоже разбавить с водой, залить. Но у меня есть томатный сок. Я вот заливаю все соком. Все помешиваю. И выкладываю мясо. Мясо замариновала я вчера вечером. Вот до сегодняшнего дня оно у меня простояло, настоялось. Что я мариновала чем? Черный перец, паприка, чеснок. И еще у меня есть приправа к шашлыку. Немножечко бросила сюда. Так, вот так раскладываю. Смотрите, как красиво получается. Теперь можно накрыть фольгой. Я фольгой не буду накрывать. У меня вот есть такая крышечка. Специально для этого лоточка. Я накрою крышечкой. И вот это все пойдет у меня в духовочку. И через время посмотрим, что оно получилось. Вот поставила я в духовочку. Добавляю 230 градусов. И будем теперь смотреть. Дорогие зрители, давайте посмотрим, что у меня получилось. Вот видите, какой запах на весь дом. Смотрите, сейчас попробуем. Я буду пробовать, а вы будете смотреть. Вот мяско я его спрятала. Вот смотрите, как
отвалилось. Готовое. Пусть оно еще у меня полежит. Я его еще накрою. А вот это я сейчас попробую. Какое вкусное. Вкус свежего помидора. Даже пахнет. Перчик есть. И очень слышно его. Сладость есть. Так как луковица и морковь было много. Вообще обалденное. Я готовила раньше с курицей, но сегодня первый раз попробовала с кроликом. Обалденный вкус. Вот хлебчик испекла сама. Посмотрите, какой. И вот будет у нас ужин. Да, перчик ощущается хорошо. Так что готовьте. Как говорится, бюджетное блюдо. Рецепт я напишу в описании. Сюда много не надо. А замесь кролика можно сделать курицу. Вообще такой приятный вкус. Так что вот такие-то дела. Готовьте. Я вам советую. Всем пока-пока.